делать выхлоп? Ну, как и говорили мы, что у меня, во-первых, резонатор, то есть негодность пришел, он сгнил там чуть-чуть дырку вот, под замену. Ну и как бы, ну, соответственно, я захотел улучшить дома заодно. Звучок. Да, звучок. Просто вот все думал, как бы делать заслонку, не делать заслонку, блин. Как бы вроде хочется такого, ну, как жесткого чего-то такого, блин. Но в то же время, если постоянно так ездить, ну, я пойму, что, блин, мне это все равно надоест, тем более я подъезжу, там, ну, 500 километров, там, да, приезжаю, день, как бы, машина бывает такой. Как тебе, расскажи, пожалуйста. Блин, ну, первое впечатление, конечно, блин, ну, отлично, вот, прям. То, что я хотел, в принципе, ну, вот, чтобы захотел, включил, захотел, выключил, там, блин, короче, у меня нет слов, одни эмоции, блин. Мы заодно ремонт сделали, да, резонатор убрали, который прогнил и сёк, и, соответственно, сейчас уже машина с заслонком. Блин, пока мне нравится, что она так дует, там, как вот этот звук у нее, блин. Хорошо. Прикольно, мне понравилось. Спасибо. Рада стараться, удовольствие от выхлопа.